Мы здесь. Мы приветствуем Лилию. Интересуемся, готова ли она к проверке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Готова, доверит. Я даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Лилии под ногами. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Лилии. Находит все. Она очень хочет знать, кто она. У нее любопытство, интерес. Интерес или любопытство? Жажда знаний. Жажда знаний тоже другое. Хорошо. Узнаем чистая. Сегодня. Чистая, хорошо. Как вы себя чувствуете? Немного возбуждена. Очень радостно и счастливо. Замечательно. Мы закончили вашу проверку. Вы чистая. Энергиями мы вас заправили. И сейчас будем приглашать в нашу комнату диагностики вашего куратора, которому вы подготовили свои 10 вопросов. И я делаю запрос в энергоинформационном пуле. И приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратора или учителя Лилии. Он такой мужчина, высокий очень. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Лилии. Представьтесь, пожалуйста, как к нам обращаться к вам. Артюбий. Артюбий, вы куратор? Да, я куратор. Я приветствую вас. Приветствуем вас, уважаемые Артюбии. Находящихся в этой комнате. Приветствую Лилию. Безмерно рад нашей встрече. Замечательно. Уважаемые Артюбии, ваша подопечная Лилия подготовила 10 вопросов, которые ее очень интересуют. Будете ли вы так любезны на эти вопросы ответить? Прекрасно. Именно для этого я здесь. Замечательно. Это нелегкий путь. Согласен. Хорошо. Благодарю вас. Я начинаю тогда с вашего позволения с первого вопроса. Вопрос, который ее больше всего интересует, откуда пришла моя душа? О, это прекрасный вопрос. Планета Песиус. Две галактики от вашей. Планета Песиус. Мы приветствуем представителя планеты Песиус в нашей комнате диагностики. Еще никто к нам не приходил так далеко. Это вы через две... Я объясню. Пожалуйста. Вы знаете нас. Это цивилизация гор или Ра. Ра. Мы были на планете Земля 4 миллиона лет назад. Когда мы прибыли, здесь уже были другие цивилизации. Рептилоиды. Мы искали рептилоидные и инсектоидные. Они там были 4 миллиона лет. Мы искали новые зарождающиеся планеты по всему межгалактическому пространству, пригодные для перемещения и жизни. В момент ваша планета не была так сформирована. Другая была атмосфера. В воздухе было больше аммиака. Понятно. Вам пришлось подстраиваться под эту атмосферу. И вы были практически пионерами, можно так сказать, кто осваивал нашу планету среди первых цивилизаций. Как я уже сказал, там уже присутствовали другие цивилизации. Мы вернулись позже на вашу планету. 4000 лет назад. Вы прекрасно знаете, где это. Египет. Да. А почему так созвездие Ориона приплетают к этой истории с Египтом? Вы же не относитесь к Ориону? Нет. Вернемся к нашему разговору, если вы позволите. Пожалуйста. Итак, откуда пришла моя душа? Вы ответили, это Песиус, планета. Да. А где она находится? Две галактики от нашей дальше. Да. Благодарю вас. Я перехожу ко второму вопросу. Какое мое предназначение в этой инкарнации? Исследование. Исследование жизни на Земле продолжается. Под Землей и на Земле, как и раньше. Твое предназначение – исследование. Исследуя, твоя душа развивается и наполняется новыми знаниями. Цивилизация гор оставила свой след на планете Земля. Именно поэтому души до сих пор воплощаются здесь, познавая и развиваясь. Именно в этом
Я бы не назвал это слово предназначение. Я бы сказал, именно в этом счастье каждой души развиваться и идти по пути осознанности, наполняясь знаниями, изучая все вокруг. В изучение также могут входить отношения, ситуации и любые другие мелочи, окружающие нас, включая семью и людей, с которыми вы пересекаетесь. Во всем есть знание и смысл. Благодарю вас за этот интересный ответ, уважаемый Артюби. Вы закончили? Да. Я тогда продолжаю с вашего разрешения дальше. Третий вопрос. Кем я была в прошлом воплощении? Я надеюсь, имеется в виду планета Земля. Именно эту информацию я буду просматривать. Так и есть. Здесь не было уточнения. Значит, вы вправе выбрать планету Земля. Конечно, да. Какие года, кем была, какой опыт получила, чем занималась, может быть, какая страна еще. Вот такие вопросы нас интересуют. Прошлое воплощение было минус 2200 лет назад. Как я вижу, это правящая Римская империя, распространяющаяся на большинство цивилизованного мира на тот момент. Страна проживания Палестина, женщина. Палестина, женщина. Очень интересно. Значит, это было практически 200 лет до прихода Иисуса Христа на землю. Если я так приблизительно считаю, 2200 лет назад. Очень интересно. Нет? Подожди. Это было за гранью того, что вы называете до нашей эры. В эту сторону. Сейчас я скажу точно год. Это был 19-й год. Нашей эры? Да. Ух, как интересное, какое воплощение. Понятно. А чем она занималась, как женщина? Духовное развитие у нее было? Какой-то опыт, может быть, получила в той жизни, которую она переняла? Несомненно. Я объясню. Было трудно воплотиться. Было трудно для женщин в те времена. Женщин насиловали, убивали, не признавая их за осознанное существо. Миром правили мужчины. Женщины были лишь для удовлетворения в головах людей. Поэтому воплотиться в этом времени было мужественность очень шаг. Полезно да. для развития и получения опыта. Благодарю вас, уважаемый Артюби. Очень интересная информация. Я надеюсь, она будет полезна для вашей подопечной Лилии. Если вы здесь закончили, я могу переходить к следующему вопросу. Да. Четвертый вопрос. Интересный вопрос. Почему у меня фиолетовые глаза были от рождения? Это очень простой вопрос. В нашей галактике мы имеем 3 солнца. 2 больших и 1 маленькая. Палитра красок совершенно другая. Фиолетовые и другого цвета глаза очень распространены. Также бирюзовые. Очень большой отлив. Как я уже сказал, палитра красок. Благодаря солнцу. Это должно быть очень красиво. Я себе сейчас увидел то, что вы говорите. Это, конечно, завораживающие цвета. Благодарю вас, уважаемые. Да, отвечая на этот вопрос, я бы сказал, генетическая особенность. Замечательно. Переходим к следующему вопросу. 5-й вопрос. Как мне использовать свою эмпатию для своей защиты? Чтобы использовать свою эмпатию для защиты, нужно понимать ее суть. Эмпатия, гармония, знание присущи нашей цивилизации. Это, можно сказать, наш стержень, который находится внутри. Если ты выплескиваешь свою эмпатию, ты теряешь энергию. Эмпатия должна находиться внутри, расширяясь до определенных границ, не позволяя выходить за рамки.
Мы заметили, когда мы ее заправляли энергией, Вера 5 минут рассказывала об этих цветах, которых мы никогда не видели. У вас очень интересные и красивые энергии, которые поступают. Радужные. Радужные, безусловно. Да, и форма у них немножко другая. Вы закончили? Или вы хотели добавить что-то еще? Я хочу добавить. Пожалуйста. Немножко. Наших представителей Ра и Гор, которые пришли с экспедиции 4 миллиона лет назад первый раз. И 4 тысячи лет после сегодняшнего дня. До сегодняшнего дня. 4 тысячи лет назад. Было исследование поверхности Земли, внутреннее и внешнее. Также были обучены люди, которые проживали на тот момент на Земле. Много лабораторий, оставленных рептилоидными и другими расами, с выведенными особями, присутствовали на Земле. Но были и те, кто был изначально проживал на этой планете. А что это за цивилизация такая изначально? Если у вас есть какая-то информация... Андроподобная. Так это между человеком и животным? Нет. И это осознанная цивилизация? У них осознанность присутствует? Они развитые были по той мере? Не настолько развитые, как были развитые мы. Но они соответствуют нашему образу и нашему подобию, как именно мы. Именно так. И это уже было 4 миллиона лет назад? Было мало их, и были они немного другие из-за особенностей планеты Земля и атмосферы, наполняющей планету Земля. Да, вы сказали, там было очень много аммиака. Прошу прощения, я отвлекся. Нет, пожалуйста, любая информация, это в первую очередь для Лидии очень интересно, для нее, как для представителя этой цивилизации, узнать о себе. Вы знаете, нам стерли эту, у нас память стерта, у нас все, что осталось, только на генетическом, может быть, памяти. А такая информация, безусловно, продвигает ее к развитию, как и всех нас. Именно очень... поэтому у вас есть интуиция, которую нужно развивать. Как вы знаете, у слепого человека намного сильнее развиты другие чувства. Есть слепые люди, которые развивают свое внутреннее видение и видят намного лучше, чем зрячие. Точно так же было стерта память, чтобы развивались другие области души. Интуиция для этого и дана, чтобы это инструмент, развивающий душу, когда у вас нет других чувств. И знаний, и памяти. Абсолютно верно. Интуиция – это очень большой помощник в нашей жизни на Земле. И только важно уметь ей пользоваться, а не принимать любой сигнал к опасности, сразу впадать в состояние паранойи. Это тоже нужно различать и как понимать. Как к любой информации нужно относиться с опаской, переваривая, анализируя и проверяя, чувствуя ее и принимая. У нас говорится, откликается эта информация во мне или не откликается. Да, можно так сказать. Именно это я имел в виду. Благодарю вас, уважаемый Артюбий. Можем продолжать дальше? Да. Хорошо, благодарю вас. Итак, с эмпатией мы закончили. 6-й вопрос. Как найти мою вторую половинку, любимого человека в нашем понимании? Вторую половинку? Объяснить можно вам? Можно найти лишь что-то целостной самой. Работая над собой внутри себя, делая целостной свои знания и понимая, кто ты и что ты, к чему ты стремишься. Это приносит спокойствие и гармония. Спокойствие же и гармония привлекает твою, как ты говоришь, вторую половинку. Но еще раз повторяю. Для этого обе половинки должны быть целостными, чтобы стать одной целой. И находиться на одной частоте. И тогда эта частота резонирует, и они притягиваются друг к другу. Безусловно, все начинается с работы над собой. Ну и, конечно, и вторая половинка должна эту работу уже проделать для того, чтобы соответствовать уровню. Но в этой жизни... Я полагаю, у нее вопрос был еще... Такой вариант есть, да? То, что она найдет своего любимого человека.
Будущее многогранно, как вы Конечно. знаете. Да. Все будет зависеть от работы над собой. Будут приходить те люди, на которых ты готова, с которыми ты готова общаться, и уходить те, которые не совпадают с твоим вибрациям. Соответственно, мы не говорим только про повышение. Иногда человек или душа в человеческом теле деградирует, и здесь тоже появляются другие вибрации и другие знакомые. Не надо отбрасывать обе стороны, плюс и минус, положительную и негативную, отрицательную сторону. Еще раз говорю, все зависит от твоего желания развиваться и идти осознанным путем. Чем выше и больше ты знаешь, тем выше твои вибрации и внутренний баланс и гармония крепче. Благодарю вас за этот расширенный ответ. Очень интересная информация и очень полезная информация для Лилии. Вы хотели добавить или я могу продолжать? Продолжай. Хорошо, благодарю вас. Я думаю, седьмой вопрос очень связан с шестым вопросом, который я до этого прочитал. Я смогу лечить и защищать других? Здесь должен быть вопрос. Для чего? Зачем? В первую очередь ты сама должна ответить на вопрос, зачем и почему ты это хочешь делать. Если ты будешь понимать смысл и знать ответ, тогда лишь я могу сказать мой ответ. Да, ты можешь защищать и лечить людей, но внутри себя ты должна понимать, зачем это. Еще раз повторюсь, только ставь целостный. А это значит, ты обладаешь определенными знаниями внутри себя. Это как стержень, уже повторяюсь, который состоит из знаний, баланса, гармонии. Вот ставь целостный, понимая этот стержень внутри, соединяя все эти качества, ты сможешь помогать людям. Без этого ты будешь разочаровываться, так как в тебе нет пока этой силы. Тебе нет целостности. Ты только встала на тропу изучения и принятия и понимания себя. Многие тайны будут открываться. Не тайны, а знания, уже присутствующие знания будут открываться. На генетическом уровне. Да, память будет просыпаться после знаний, приобретенных сегодня. Я объясню, как это воздействие человека просто будет, это для Лилии говорю, у нее будет просто очень хорошо что-то получаться, и она не будет знать почему. Она будет знать вещи почему-то, но не будет знать источника этой информации. И вот когда нам открывается эта генетическая память, это один из самых больших подарков. Но важно заметить, чтобы дойти до этого уровня, надо регулярно, шаг за шагом идти к своей цели, к этой осознанности, методом ошибок, методом проб, методом получения новой информации, отличения информации нужной от ненужной. Это очень обширный процесс, о котором мы говорим, уважаемый Артюби. И живя на Земле, я только могу это подтвердить, но это без как этих... Как я уже сказал, Лилия, да, встала на тропу знаний. Ты все правильно говоришь. Благодарю. По этому вопросу, я думаю, мы закончили. Восьмой вопрос. Какие советы вы мне дадите в этом воплощении для своего роста? Обращаю внимание на знаки, которые ты не замечала раньше. Как я уже сказал, тебе будет открываться информация. Она и раньше была вокруг тебя, но ты была занята поиском, наверное, второй половины, не обращая внимания на саму себя и на то, что все знания внутри тебя. Имея их, ты становишься притягательным, притягательной для всего остального. Это и будет мой ответ на этот и предыдущий вопрос. Чтобы притягать кого-то или что-то, ты должна стать притягательной изнутри, найдя гармонию, баланс и развитие внутри себя. Вы закончили? Да. Я благодарю вас. Девятый вопрос. Как мне правильно заряжаться? Мы, правда, в сеансе и сегодня показывали, как заряжаться этими энергиями. Ну, может быть, куратор ответит ей. Самое простое и гармоничное,
что придумано на Земле до сегодняшнего дня и распространено. Это буддийская гармония и медитации. Если ты сядешь в спокойном месте и остановишь свои мысли, я бы сказала, охладишь мозги и придешь в спокойствие, ты почувствуешь свои радужные энергии, они вокруг тебя. Что нужно сделать? Это сгармонизировать их. Но без спокойствия и в суете этого не произойдет. Мы называем это состояние безмыслия. Наш мозг посещает, я полагаю, в минуту около 60 мыслей различных, отрывков и так далее. И когда ты освобождаешься от этого состояния, только тогда ты можешь услышать. Я лишь хочу добавить, что для Лилии, чтобы прийти к этому состоянию, нужно спокойное место, где никто не будет отвлекать. Никого не должно быть рядом, иначе мысли будут постоянно посещать. Правда, человеческие сейчас мысли, что обо мне подумают, как меня воспримут. Позже эти мысли перестанут волновать. Но чтобы начать, нужно иметь просто свое укромное место, где можно, которому можно доверять, прийти в покой и остановить мысли. И в связи с этим вопросом возникает следующий вопрос. Я смогу общаться с куратором сама? Мы уже общаемся. Конечно. И я рад этому знакомству. Чтобы тебе общаться со мной, не нужно много усилий. Я именно для этого посылаю тебе знаки, нахожусь рядом со мной и нахожусь рядом с тобой. Телепатические мысли очень развиты в нашей цивилизации. Ты знаешь мое имя. Все, что тебе нужно, это услышать мой ответ, который придет сразу же на твой вопрос. Твой вопрос должен быть четким и как можно кратким. Для начала. В дальнейшем мы сможем обсуждать разные происшествия. И еще из опыта можно добавить, не анализировать эту информацию, которая идет. Это очень важно, тогда это человека не выбивает из этого состояния. Просто как это задал вопрос. Анализировать будешь позже. Сперва нужно получать информацию. Анализировать нужно все. Но сперва нужно научиться получать и услышать эту информацию. Когда ты начнешь после анализировать, ты будешь получать знаки и понимать правильность или неправильность информации. Отлично. Уважаемые Артюби, мы закончили 10 вопросов. Если вы сейчас хотите активировать ее стержень или что-то от себя добавить, хотя мы уже на все ответили, это был бы самый лучший момент. Ее стержень активирован вместе с тем, вместе с сознанием, кто она. Ее стержень может быть в таком же положении, как и раньше, или же может, как я уже сказал, развиваться и наполняться гармонией, знаниями, балансом и все, что я упомянул раньше. Из этого состоит на стержень. Дальнейшее развитие наполняет его, а знания укрепляют его. Знания дают уверенность, спокойствие, гармонию и баланс. Именно и есть. Из этого состоит на стержень. Он активирован сегодня вместе со знаниями души. Благодарю вас, уважаемый Артюби. У меня осталось 2 вопроса. Если вы могли бы, опишите, пожалуйста, как выглядят представители планеты Песиус. Это для Лилии, чтобы она могла себе приблизительно представить. 6-8 метров высоту. С темной кожей. В принципе, мы очень похожи на человеческую расу, с некоторыми отличиями: разрез глаз, цвет глаз, рост, цвет кожи. Благодарю вас за этот ответ, очень интересно. И самый последний вопрос, это от меня. Как выглядела Земля 4 миллиона лет назад? Я не могу себе представить. Это для моего личного развития, да, я думаю, всем будет интересно. Я лишь могу сказать, что 4 миллиона лет назад у Земли не было купола.
Это была молодая зарождающаяся планета. Континенты не были сформированы. Луны не было? Было два солнца. Благодарю вас и за эту информацию. Это хоть маленькая капелька, но все равно она нас продвигает. Уважаемые Артюби, я полагаю, вы были на Земле, и вы еще не знаете об одной доброй традиции, которая у нас есть в комнате диагностики, а это такая традиция, что каждому куратору, каждому учителю, который приходит к нашу комнату диагностики, к нам, мы всегда делаем один определенный подарок. И, Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, самыми спелыми ягодами, сочными ягодами, которые есть на Земле. Один, два, три. Все представители всех цивилизаций, которые у нас были, а были их сотни, всегда с удовольствием брали этот подарок. Мы обращаемся к вам, уважаемый Артюби, в знак благодарности за эту встречу, за ваши ответы. Будете ли вы так любезны принять этот скромный подарок? Очень необычный, приятный подарок. Очень неожиданно. Мне очень импонируют эти и ягоды, и растения, которые вы предоставили. Благодарим вас. Это достойное изучение. Благодарю я вас. Это единственный просто чистый экологический продукт, который, в общем-то, остался на нашей земле с того момента, как вы на ней были. Поэтому, уважаемый Артюби, я не говорю прощайте, я говорю до скорых встреч. Возможно, у Лилии когда-нибудь наступит этап, когда она захочет встретиться со своим высшим я. В таком случае мы всегда приглашаем куратора и будем рады вас еще раз приветствовать в нашей комнате диагностики. В любом случае, вы сегодня замечательные ответы дали на ее вопросы. Примите искреннюю благодарность от Лилии, от меня и от Веры за эту встречу. Я также со своей стороны благодарю вас за эту встречу. Я благодарю Лилию за то, что она встала на тропу знаний. И душа наполнится, разовьется и получит определенный опыт в этом воплощении. Я также благодарю Лилию за то, что мой призыв был услышан. И связь налажена. И это облегчит и поможет ее дальнейшему развитию, наполняя ее жизнь интересными и определенными событиями, как я уже сказал, наполняясь изнутри. Благодарю вас всех за эту встречу. Передавайте, пожалуйста, наилучшие пожелания вашей планете и также всем кураторам, кто достучится до своих подопечных. Мы всегда будем рады их принять, помочь открыть им эти двери, в которые им придется дальше идти самим. Прекрасное начало. Замечательно. Всего вам наилучшего. До скорых встреч. И рассинхронизируйся, Верочка. Готово. Отлично. Мы закончили. Лилия, как вы себя чувствуете? У вас после встречи с куратором? Я великолепно себя чувствую. Я чувствую внутренний стержень. Он живой. И я знаю, что с ним делать. И чтобы это все перешло на физический план, будем возвращать вас назад в вашу систему биоробот-душа. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую купель лилии в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Она вспоминает, просто у нее по чакрам возвращаются тонкие тела и встают по чакрам, и она вспоминает, что у них тоже есть чакры. Конечно. Энергетические точки, просто их больше. Да, так и есть. Готово. И отключайся от объекта и поднимайся в комнату диагностики. Пошел, пойдем. Я на месте.